Народ, всем привет! Ну что ж, вот так и начинается наше путешествие. Наши... А вы не хотите присесть в этот замечательный автомобиль? Боязно, конечно, но я присяду. Я очень хочу попасть на Вологодский фестиваль. Едем, ребят. Вперед! Так, 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 ребята, кто это у нас? А это у нас Ваня с Каменки. Помните, когда мы ходили на Канин, Ваня нас несколько раз выручал частями, с остальными делами. В общем, хороший человек, полезный. Вот мы с ним пересеклись в Ярославле, то он все-таки подумывает перебраться поюжнее, где хотя бы яблоки растут, да, и картошка. Сейчас, кстати, деревья садят. Вот. Вот, Акази оказался в Ярославле, а мы ехаем на фестиваль, как вы знаете, и тоже через Ярославль. Вот мы пересеклись. Вологда, привет! Мы приехали. Так, и мы почти уже доехали до фестиваля. Остался километр. Ну и мы добрались до места нашей стоянки. Стоять мы будем где-то вот тут вот. Вот там вот, в районе этих флагов. Вот здесь вот, да. Вот где-то тут. Так, ребятки, ну мы добрались до места. Собственно, это будет наше место стоянки возле вездехода Бро. Потому как лично меня очень интересует эта машина. Я вот сейчас уже хочу всех разогнать и попробовать. Но сказали сначала на корт. Было-было, говорили. Женя, было такое, что накормят сначала? Конечно. Еду на... Не, у нас свое есть, конечно, но принять не важно, есть сначала. Вот. Ладно, будем пока располагаться и чуть позже продолжим. Мы прогуляемся по лагерю, посмотрим, кто уже приехал, поперезнакомимся со всеми. В общем, приятного нам аппетита. Так, ребята, выделили нам место под стоянку. Небось, еще вот на этом гриле делали шашлык, да? Нет. Извини меня, шашлык по-настоящему. А-а-а. У вас мангал есть. Ну, а что здесь? А, вот я видел, грибы вы здесь делали в нем, да? Мы с утра позавтракали в нем. И приготовили завтрак быстренько, блинчики себе. Делали. Молодцы. Да. Мы тоже гриль привезли. Грибочки. Я думаю, тут у каждого лагеря, наверное, гриль уже есть. Нет, я думаю, что там есть те, у кого нету гриля. Да? Еще есть такие? Работать и работать нам. Да. Поле не пахано. Здравствуйте, Васильевич. Определенно нас здесь ждали. Поджидали. Говорит, грибы отсюда. Господа, и так хожу, и так. Говорю, ну покажите уже это чудо-юдо. Чудо-юдо рыбакит. Мне же интересно узнать, как это. Ну хотя бы в статике заглянуть в нее. Давай, давай. Я сейчас визуально буду знакомиться с машиной. Все равно сейчас все эмоции и прочие вещи, ну, не будут показывать полноты. Вообще, для любого вездехода, для того, чтобы составить о нем впечатление, должен быть большой обзор. Не однодневный, не одночасный, как привыкли вы видеть это в Ютубе, а большой обзор, полноценный, где обозревающий может, ну, в течение нескольких дней поездить, поэксплуатировать машину на своей территории. И, собственно, это мы и хотим вам показывать. Ну а пока будем кратенько знакомить вас и нас с новыми вездеходами. В первую очередь мы это делаем для себя. Ну и, конечно же, показываем вам. Произошел запуск вездехода. Это, да? Как машина? Э,
уходи. Я им ничего сейчас не скажу. Дайте я попробую. Я попробую, и для меня, во-первых, после такого перерыва и так тяжело привыкнуть к органам управления и прочее, но это совсем другая машина. Она, вот у меня есть машинки на радиоуправлении, вот, наверное, что-то похоже. Убери камеру, не позорь меня. Все, езжай давай. Ох, ребят, я завидую Васильевичу сейчас. Это правда, это космический аппарат. Что управление совершенно другое. Техника совершенно по-другому едет. Это не механическая трансмиссия. Это вообще другое. Нужно попробовать. Ух, сейчас приедет. Спросим у него, как это. Первый раз. Ребят, подхватывает электричество, конечно, сумасшедшее. Я еще не нажимал педальку. Ну так вот, чтобы даже в пол силы, но меня это впечатляет все. Слова путаются, и на самом деле надо время для того, чтобы вот это все переварить и обдумать. Чтобы выдать какую-то связанную информацию. Но управление одним пальцем, если раньше на рычагах управление было двумя пальцами одной руки, то сейчас это происходит буквально одним пальцем. Ребят, ищу разворот, но вся прелесть этой машины, что она вертит на контрротации, просто вот так на месте. С газом. А, без газа? С газом пускаешь, да, с газом у нее большой разворот. А, все, я понял. Вот опять же у меня недостаток опыта именно особенностей этой машины. Разворачиваться надо без газа вообще, она это делает. Ну, примерно это вот так происходит. Блин, это какая-то игра. Это новый уровень, реально. Знаете, похоже на родео, как будто ты на быке сидишь. Я вот сейчас одной рукой чуть-чуть сильнее штурвалом крутнул, и меня прям подкинуло в этом кресле. Под тобой реально табун. Очень послушный. Буквально каждому движению пальца послушен. Я думаю, на этой машине вот даже уставать нечему. Одна нога и одна рука, причем которая лежит у вас вот здесь. Ребят, ну вот мне сейчас разблокировали как раз ограничения. Я уже опытный водитель, ну и могу топнуть. Возвращается! Он вернулся! А нет, нет, нет. Так, ну судя по задору, Герасим Васильевич все устроил, даже более чем. Это чудо! А как тормозить? Прямо-таки можно сказать, что пошел на взлет. Очень круто! Блин, такое ощущение, что тут, ну, я не знаю, какой мотор сюда впихнули. Ты просто жмешь, и она срывает. Это электричество. Говори, говорю. Это просто мне нравится. Это круто. Это, знаете, вот как хотеть все детство любимую игрушку, а потом ее получить. Ну, ребят, я думаю, комментарии излишни. То есть, ну,
Видно, что эмоции настоящие, неподдельные, заправдышные, первосортные, высшие пробы. Ребят, когда эта штуковина в батареечном режиме, это вообще что-то. Ой, ой, ой. Я все не привыкну, что можно на месте это делать. Блин, молодцы. Молодцы, мне очень понравилась машина. Даже, скажу так, вот я проехал всего ничего, но машина реально получилась крутая. Может быть, это наложилось то, что я несколько лет не сидел за рулем, хотел сказать, за рычагами, теперь уже за штурвалом вездехода. Но такое ощущение, что сейчас буду выходить из салона самолета после пилотажа. Понравилось. Молодцы, ребята. Молодцы. Гибрид — это реально интересная машина. Я буду, конечно, пробовать на разных вездеходах. Вездеходов должно быть много, они должны быть разные. Но, наверное, вот эти впечатления будет переплюнуть трудно. Ну что, Герасим Васильевич? Ну и, конечно, вот этим прокатом первым задали планку. Сейчас будет достаточно тяжело удивлять. Но я думаю, можно будет. Может. Все-таки за это время что-то должно было в вездеходах измениться. Появиться что-то новое, какие-то новые решения, новые узлы. Вот один из ярких примеров. Здесь практически все новое. Сам принцип вертоповорота новый. Это здорово, ребят. Пойдемте в лагерь, посмотрим, кто уже приехал, кто есть. Поздороваемся, либо познакомимся. Прошло первое знакомство с прогибридом. Много мы о нем говорили на канале, и практически все, что говорили, сбывается. Мне понравилась машина. А сейчас будем знакомиться с другими машинами. Это тактик еще в старом кузове. В алюминии. Вот это. Это какой-то вездеход поехал, ребята. Не все знают вездеходы, как называются. Очень много машин появилось. Сейчас надо знакомиться. Смотрите, какая огромная вот машина. Приехала из Тюмени. У ребят целый автовоз. Это рысь. Рысь, вон, кошка нарисована. Все. Жрать хотел. Герасим Васильевич! Как без тебя скучен вездеходный мир? Как скучен? Очень сомневаюсь. Слушай, ну молодцы. Народ все собирается. Нормально у нас тут? Да. Грандиозно? Да. То ли еще будет. То ли еще будет. Господа, от себя добавлю, что площадка соответствует размаху мероприятия. Прям грандиозно, места много, прям реальная прям взлетка. Можно разогнаться, ну и взлететь, если к вездеходу крылья приделать. Закатали. Вот он, самый позитивный, веселый человек. Всегда вечно улыбается. Да я с тобой хочу поздороваться, Миша. Андрюха. Все, теперь вездеходная семья. Море. Все, дадим сороху. Эй-гей-гей-гей. Добрый день. Смотри, какая подруга. Завидная невеста на фестивале есть, а? Очень приятно с вами познакомиться. Что вы делаете сегодня вечером? Вполне молчаливая женщина. Идеальная подруга. Вообще-то у тебя палатка не отдельная. Ничего, ничего. Я не согласен. Ты пойдешь вот с этой молчаливой дамой быть вместе. Вечером проведешь в компании с друзьями, а я пройду комп. Жена любимая. Жена, ты слышала, как я отказывался? Вот, почаще меня надо отпускать. Вот, ну... Кремень. Господа. Господа, я преобразился. Мы убрали эту сцену голого торса мужественного. Надо рассказать сначала. Вот он, легендарный рукав судьбы. Он вот же, он же хранитель торфа. Вот, вот, читайте. Вологодские кружева, пожалуйста, здесь. Значит, признанный уже Вологда столица вездеходов, пожалуйста. Это трасса, это маршрут. Так, поворачиваемся спиной. Бесконечный. Ой-ой-ой, как у них тут все задумано-то. Вы не забывайте,
чтобы ехать по торфу, нужно думать как-то. И не думать задницей, а думать головой надо. Так, и теперь нам скажите, вот те, кто увидят это уже будет после фестиваля, где такой мерч можно приобрести? Создан сайт torf.ru, и там будут продаваться и кепки, и еще новый размер разрабатываться мерч. В общем, в описании будет ссылочка. Михаил, ты неотразим. Я счастлив. До следующего года носи, не снимай. А почем такие круглые колеса? Как ты все строишь, идешь? Видишь, какой стал. Добрый! Мощный, да? Добрый! Это Сан Саныч, вы все его знаете, это самый веселый человек фестиваля. Самый неунывающий до конца, до победного. Все еще только-только начинается, а уже столько приятных знакомых лиц встретили. А что завтра будет? Страшно подумать. Завтра кровь махнем. Страшно подумать. О, не надо вплотную, зазорчик пусть будет. Да, гости, конечно, приезжайте, он на вас не будет так ругаться, как на всех остальных. Да, он будет добрый, улыбаться, вот как сейчас вам зрители улыбаются, видите? Совсем два разных человека, биполярка. Профдеформация. Как это еще называть? Я сразу записал, как ты ругался здесь и кричал во всех. Но это просто для того, чтобы все работало. Никогда. Иначе он говорит, что не работает. Я никогда не кричу, я иногда повышаю голос. И то это профессиональная глухота. Я привык в цеху разговаривать во время шума работы станков громко. Включите кто-нибудь болгарку, пожалуйста. Да-да-да. А народу все прибывает и прибывает. Этот двигатель с вертикальным расположением вала. Редуктор не какой-то, это редуктор Нива переднего моста. Этот привод идет на насос типа НШ. То есть это такая изюмина, да, данного аппарата? Пока ни у кого нету данной. Аналогов нет? Ну, я пока не видел. И мы пока не встречали. А как называть? Зенит 4x4.ru. Что для народа? По-разному. Здравствуйте. Ну вот мы и вернулись. А тут вездеход угнали. Видели? Вот недавно здесь был вездеход. Вот прямо на этом месте я видел. Вот стоит вас оставить на ненадолго. И все. Народу полно. Спрос огромный. Забирают прямо отсюда. Прямо здесь покупают, да? Да, договор подписали сейчас. А деньги в какую мешок складывают? Вот в тот, наверное, да? А вы их закапываете сразу? Да, мы закатываем там. Закапываете в ямку. Все пропало. Что делать? Палатку забыли. Будем спать под открытым небом. Звезда смотреть, луна любоваться, комариков считать, щелкать на лице. Ой, кошмар, все пропало. Вот так было бы, если бы я забыл палатку. Она вот лежит. Вон она лежит. Есть у нас палатка. Ура! А я думал, будем под деревом спать. Так сказать, в единении с природой. И все, вот здесь у нас будет дом. Все, центр купола совпадает с геометрическим центром кроны дерева. Болит нафиг! А, погоди. У меня, ребят, камень в почке 1.5 сантиметра. Надо удалять, а я поехал на фестиваль. Сейчас приеду и потом буду разбивать его, операцию буду делать. Поэтому, если я мало улыбаюсь, то есть на то причина. Постоянно больно. Постоянно пью таблетки. Увлекательная игра, задави людишек. Сейчас мы будем. Ой-ой-ой. Не-не-не, вот этого не надо давить. Что-то мне не нравятся его маневры. Избушка, повернись к лесу передом, а ко мне задом. Вот так наши детские мечты становится реальностью. Пошли мы с Мишаней чуть-чуть прогуляться еще. Да. Вечерний променад. На самом деле мы пошли Андрея Иванова найти.
потому что он нам обещал матрас самонадувающийся. Вот. Какой Мишаня у нас без матраса? По распорядку? Ну, фестиваль будет? Нет, ну так вот мы будем фестивалить вообще. Будете фестивалить? Да. Замечательно. А можно прямо сейчас пофестивалить? Пожалуйста. Миша? Да, дайте. Чтобы понять, что это вездеход, надо на нем проехать. Да. Миша, береги ноги. Михаил. Вау, камеру сними. Я две трагедии не переживу. Подножки, ноги на подножки, ядрёна конь. Куда ж ты ноги на землю ставишь, а? О, так удобней, правда? Ноги на подножки ставь. Ну все, Мишка уехал. Для этого и приехали, про него никто ничего не знает. Вот туда. Так, а как же он будет водные преграды преодолевать? Ну, господа, ну, что там можно сказать? Смотрите, раз на пару. Ну, да, я еще думаю, что там 50 сантиметров брода. Ну, я тебе привык. Ой, Миша, береги себя. Фестивалит уже! Нажми красную кнопку! Молодец! Ну расскажи! Ну что, чумовый аппарат? Чума? Если встать на подножки, то можно прям так бодро выжигать по кочкам. То есть стоите на подножках, и вот хорошо себя прыгает. Сидеть, конечно, но это... Это был наш пилот-испытатель Михаил. Драйвовая штука, ребят, драйвовая. Едет не быстро, но... Ему уже терять нечего. Зато везде. Он едет не быстро, но везде. Да. Прекрасно. Где-то по лесу проехать можно достаточно. Ну что ж, Миша, мы двигаемся дальше. Да, пойдемте. Мы к Андрею идем, кстати. У нас еще столько вещей есть, которыми тебя можно раскатать. Попадаю на эмоции от вашей техники. Мы же будем делать... Лесной кот. Лесной кот. Лесной кот, мотовездеход. Вот. Рифма даже. Ну все, удачи. Всего вам. Хорошего. До свидания. Кто у нас поприехал? А то уже давно уже все стоят. Вот Тримов вроде не было. Сейчас вот, мы пойдем вот. Посмотрим. Вездеходный вот они, самые маленькие вездеходы. Вездеходный Тримов. Вечер пятницы, вездеходы выстраиваются, выстроены, встроенные ряды, собирается народ. Из палаток приходит посмотреть на технику. Чу. Это модный, прям. Так это у нас тактика. Ну что, просим, просим. Пожалуйста. Не-не-не-не-не-не, не надо. Не так. Я доверю. А, мастеру. Давай, мастеру. Давай немного я тебя сниму, давай. Нет, ума сошли. Давай. Я не готов. Просим, тут должен быть опыт. Просим, опыт. Миша, нет. Я не согласен. Слушай, не выезжать. Едем сначала купаться и только потом на асфальт. Опять кричишь. Приходится. А вы что, ждете, когда он бдзинь скажет? Я же работаю, видишь, начальника, моя работа, что только орать на подчиненных. Я говорю, чтобы, ну, чтобы народ не ждал там. То есть пришли, вот вам два котика и катайтесь. Но первое, только участники, только на правы. Разрыв котов отдают. Хорошо. Хорошо. ПДД. Хорошо. Я вас и алкотестер, да? Алкотестер. Чтоб дыхнули. Чтоб дыхнули, никакого, чтобы алкоголя. Приезжайте на фестиваль, завтра еще успеете порвать котика.
Участники. Ну не какой-то вам морской, лесной кот. Вот. Почти что манул. Почти манул, да. Да. Версия манул у нас была, мы ее сняли с производства. Лес какой огромный, а дашь порулить? Да. Класс. Здоровенный какой, а. Стану, чтобы видно было, какой он большой. О, ребят, он большой, реально. Да, порулить нам дадут, побибикать. Так, ребятки, вечер на дворе. 8 часов. И нам, конечно же, надо покушать. А кушать мы будем мясо. Мясо, говяжий край. Ай, как. Ну, так вот два вот таких кубка. Вкусных, красивых. Питательных и воспитательных. Кстати, на пятисотках появились градусники. И это хорошо. Красота. А еще должно быть и вкусно. Мы уже что-то подустали, батареечки наши садятся. Сейчас мы бацнем вот по этому кусочку мяса и будем, наверное, укладываться уже потихонечку. Заварим чаю на завтра. Завтра день длинный, соревнования, кушать некогда будет. Может быть, наделаем бутеров. Ну, бутеров мы с утра наделаем. И будем, наверное, сегодня отдыхать уже. Все самое интересное будет завтра. В лесу и автодоме, на вездеходе, в парке, на балконе. Мы редко без него, когда бываем, все лучшие моменты проживаем. А там, где он, всегда народа много, да там всегда душевная компания. И до утра гитара льет аккорды, никто не спит, не слышно, до свидания. Потеет боком полная бутыль, а на душе спокойно и тепло. Разносит запахи оранжевый огрил, а на решетке мясо полкило. Огрил и в грязь, и в пыль, в любой поход с нами всегда огрил. И на охоте приготовим дичь, а на рыбалке рыбу, белое вино. И до полуночи не смолкнет яркий спич, что не готов, то вкусно будет все равно. Без гриля не начнется экспедиция, о, грил для нас давно уже традиция. Щелчком по крышке пламя зажигаем, и в жизни лучшие моменты проживаем. Потеет боком полная бутыль, а на душе спокойно и тепло. Разносит запахи оранжевый огрил, а на решетке мясо полкило. Огрил и в грязь, и в пыль, в любой поход с нами всегда огрил. Огрил. И на охоте приготовим дичь, а на рыбалке рыбу, белое вино. И до полуночи не смолкнет яркий спич, что не готов, то вкусно будет все равно. Без гриля не начнется экспедиция, о, грил для нас давно уже традиция. Щелчком под крышкой пламя зажигаем, и в жизни лучшие моменты проживаем. Потеет боком полная бутыль, а на душе спокойно и тепло. Разносит запахи оранжевый огрил, а на решетке мясо полкило. Огрил и в шторм и в стиль, в любой поход оранжевый огрил. Побольше в жизни экспедиций и походов, с вами Герасим, мир вездеходов. Ребятки, мы расположились на ночевку. Вот так вот. У нас тут недалеко дыц-дыц. Как будто цирк Шапито приехал. Ну, ребят, вас не обманываем. На да, завтра день, всем день, соревнования. Это не день, это ночь. Да, завтра соревнования. Время 22:41.
За окном у нас дыц-дыц. Вот, честное слово, хорошо беруши взяли с собой. Беруши наши все. Да, сейчас будем ложиться спать. Дыц-дыц. Короче, кто на что приехал, кто посоревноваться, кто колбасу всякую повключать. Не. Лучше на вездеходе куда-нибудь, где никого нету. Ничего, скоро будем так ездить. Туда, где никого нет. Сейчас здоровье поправим только. И будем. Господа, у нас сегодня будут музыкальные сны. Да, Мишку колбасит. Остановиться никак не может. Мишань, ну как у тебя впечатление от сегодняшнего дня? Огонь? В смысле, горячо, холодно или ярко? В смысле, дым и воняет, не пойми чем. Пойду, подумаю об этом на улице.